Вот мы приехали на таком автобусе. Дабл-декер. Два яруса, нормальный такой цивильный в Кубе автобус. Хороший, просто мы так удивляемся, потому что были такие вообще expectations, что вообще на Кубе так все это как-то по-другому. Вообще нам нравится пока. Отель называется Memories Flamenco. Вот и Милана направо, видишь? We'll be back. А, ну красивее, вижу, да, действительно больше. Это отель, в котором... Алис, подожди! В котором останавливалась. Алиса, вот. Memories. Честно говоря, вот ты зря скромничала, а ты лучше. А почему скромничала? Ну, ты типа говоришь, как так, там типа не хочется хвалить свой отель, но это ты лучше. У них разница ползвезды, да? Ползвезды разница. Да, ну вообще да. Нет. Layout лучше, да. Вот это везде. По лаунч-эре. Вау, ну если бы я знала, что такое ты, лучше бы сюда было попасть. Да, я знаю, он веселее какой-то. Ну, честно говоря, он как-то гораздо... Я вижу. Ребят, на Кубе ползвезды играет большую тоже, большую роль. А напитки какие? Какая разница? Мы же у них ничего не просим, просто пришли. Напитки такие же. Это амфитеатр. Амфитеатр. И вон постоянно. Ну да, нет, ну просто чувствуется, что такое, знаешь, level up.